Японская драма никогда не была в международном прокате. Кинокартину можно увидеть только на языке восточной страны. Зрителям кинотеатра «Художественный» ее показали с субтитрами. Фестиваль «Дни японской культуры» в Самарской области проходит впервые. А вот японское кино в регионе уже показывали. В этом году решили совместить два события. Организовали фестиваль представители Самарского отделения общества «Россия и Япония» и посольства Японии в России. Особенность фестиваля в этом году, конечно же, в его насыщенной программе. Несмотря на ограничения, текущую эпидемиологическую обстановку, мы постарались сделать максимальное количество мероприятий, на которые гости, жители Самарской области могли бы прийти вживую. С соблюдением, безусловно, всех мер масочного режима. То есть это различные лекции, мастер-классы, также кинофестиваль. Фестиваль «Дни японской культуры» приурочен к году российско-японского межрегионального сотрудничества, объявленному по договоренности между президентом Владимиром Путиным и экс-премьер-министром Японии Синдзо Абе. В этом году представитель посольства не смог приехать из-за эпидемиологической обстановки, поэтому записал для самарских зрителей видеообращение. Я очень рад, что мне представлена возможность приветствовать вас по случаю открытия фестиваля японского кино в вашем городе. Самарская область активно развивает культурные, спортивные и образовательные обмены с Японией. И посольство Японии высоко оценивает многолетнее сотрудничество и взаимодействие. Участников фестиваля ждали различные мастер-классы, например, по созданию икебаны и оригами, а также по древней японской игре маджонг, суть которой состоит в сборе определенных комбинаций. Собственно, игра развивает в людях логику мышления, развивает стратегическое мышление, помогает всячески запоминать большое количество комбинаций. Каждый мог попробовать свои силы и в освоении японского языка. Следующее слово, опять же, с английского – сыр. Как он читается на английском? Cheese. А на японском – cheese, cheese. Обратите внимание, вот эта вот палочка посреди слова, что в компьютере, что в сыре – это удлинение слога. Фестиваль «Дни японской культуры» в Самарской области длился 4 дня. Организаторы планируют сделать его ежегодным. Елена Малютина, Василий Колдашов. События.